Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу изготовить лекарство от плоскостопия. Родители меня попросили изготовить по образцу приспособление типа качалки, который позволит, как они мне объяснили, избавиться от плоскостопия. Я решил сделать по-своему, и для того, чтобы не точить большой круг, кстати, у меня станок не позволяет такое сделать, я решил использовать вот этот кусок фанеры, отрезал два куска, ребята обсверлили по оси, вот две оси, обсверлили, и вот я сейчас хочу на шлифовальном станке все прошлифовать до идеального круга. Затем у меня будет ось между ними, между этими полукругами. И сверху крышка. Крышка вот клеенщик. Начинаем работать.
Прошло 2 дня с момента сборки. Я уже дважды покрасил, покрыл лаком и представляю это изделие полностью отделанным. Как вы помните, фанера была с дефектом. Я его покрасил именно коричневым цветом. Теперь можно передавать заказчику. На этом я заканчиваю. До свидания, до скорой встречи.